Скандал вокруг звездного хирурга Тимура Хайдарова набирает обороты. Напомним, что гений пластики перекроил десятки лиц, пятых точек и прочих частей тела, принадлежащих самым известным российским артистам. Однако среди клиентов авторитетного господина нашлись и недовольные. Так, золотые ручки Хайдарова не оправдали надежд Любови Успенской и Славы. Последняя даже с горя ушла в запой, увидев свою отнюдь не идеальную грудь. Настоящей катастрофой поход в клинику обернулся и для звезды отечественного шансона, которая в 2019 году имела неосторожность довериться знаменитому хирургу. А вот Филипп Киркоров, наоборот, вызвался защищать благодетеля. Не так давно при помощи Хайдарова артисту удалось заметно помолодеть. Кубики пресса и выдающийся во всех смыслах зад и по сей день не перестают волновать благодарного певца. Ради спасения репутации оскандалившегося приятеля исполнитель хита «Цвет настроения синий» даже согласился поехать с ним в небольшой отпуск. На берегу моря знаменитость охотно демонстрировала тюнингованный торс и накачанную до нельзя силиконом попу. В случае секс с супругом беглой примадонны Хайдаров действительно проявил мастерство. Отчасти нападки на пластического хирурга – это смачный плевок в самого артиста, считают комментаторы в сети. Но, похоже, решительно настроенная Любовь Залмановна не намерена считаться с чувствами поп-короля. Обиженная блондинка в очередной раз напомнила о последствиях тех самых манипуляций, на которые звезды идут ради сохранения пресловутой молодости. Кроме того, Успенская жестко подставила Киркорова, которому в случае закрытия клиник Хайдарова придется искать себе другого врача. «Делюсь новостями по делу Хайдарова. Новости хорошие. Наши заявления удовлетворены. И в связи с наличием угрозы жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, прокуратурой Москвы после тщательной проверки удовлетворено заявление Росздравнадзора Москвы и Московской области о проведении внеплановых надзорных мероприятий в клиниках, к которым причастен Тимур Хайдаров. «Мы действуем строго по закону. Доверившихся мне людей не бросаю и не брошу», — написала певица в своем микроблоге.